Его тоже открыто. Ебать, у меня оружие быстро меняется. Кайф. МПЛА запустили. Слушайте, ну мы можем кружок сделать, на самом деле, на этом. Приедем как раз сюда. Чего с ШВ? Есть подарок? 30-ку. Ладно. Саня, у тебя сколько? Кинул. О, Ярик тут еще. Ну, вольный ты. Не, ну конечно, туда ехать мы не уедем, зона закроет. Готовы, нет? Нет, нам можно, Уже что? Они вышли. Там. Да, не успеем. Короче, нам не успеем ехать, как будет. А может попробуем? Минута еще будет стоять. Стачка справа еще одна. Я предлагаю не тратить на нем патроны, если это не будет так. Это ты такой повторяешь? Да, он комплект брал. Все, флаг завис. Сзади стреляет, мне кажется, кимпой. Бежит к нам. Хрустнул. Убил. Через окошко? Ну да, какие проблемы. Вот. Есть снайперка от патроны? Да, 8 есть. Нет. А, нет, у меня тоже. Тебя, блядь. Секрет знал, блядь. Хотелось. Да, попозже, Сань, забери у себя снайпер попозже. Добро. Ну, не успеем. Можно рискнуть? Можно, конечно, рискнуть. Я ничего против не имею. Пойду возьму ящик с патронами. Так, еще лучше петь заставка. Тачка справа, тачка справа едет. Тебе нужно душ. Скидываю патроны, пацаны, вот с центрального поля. У меня золотой прицел глаз, ребят. Ага. Ярик. Да. Можно вопрос? Да. Зачем ты на мину положил ящик? Чтобы пиздец взорвалось, как если кто-то придет, блядь. Не, ну просто так мина каталась по кругу, так все взорвется. Слушай, каталась по кругу. Не уважаешь ты чужие мины, я тебе сказал. Чужие мины. Чужие люди. Здесь выходим, да?
Да, как бы ты можешь предложить. Или пораньше. Не-не, до конца там автобус. Ты можешь предложить сыграть сбор. Я могу согласиться, но мы пройдем. Я предложу сначала пойти в магазин закупиться. И, наверное, сыграть вот из этих домов. А из них раньше придется выбегать, чем из. Но тут мы можем выбежать тогда из них вот налево. Но тебе выше все равно было. Можно вот, вот эти выше, можно вот с них пойти. Надо подальше сначала, доберемся до закупки потом. Нет, надо все-таки этим, потому что зона там уже будет конец, и там что-то будет сидеть, то они не будут приходить. Хорошо. Сейчас слева. Не видно пока? Да нет. Я вперед смотрю, я левый вперед смотрю. Вот там чувак десантировался. Так, мы их проехали. Можно тут купить еще кого-то, что-то не хватает. Саморез, по-моему. Но у меня, да, беру, тоже. Беру саморез. Давайте на. И с чего у меня с чего у меня скидка, не покупайте больше ничего. Чувак, куда? Еще один, еще в начале что-то. Хорош. Так, одного есть. Все, уничтожен. Ебать, они его. Знаешь, как тебе? Я думаю, что. Смотрите, что. Тишина. Еще это справа, это была. Это команда. Выходим, короче, идем в горы. Понял, да? Да. Там уже потом зайдемся. Уже не получить. Что у вас по броникам? Ящик. У вас ящик нету. Ящика нет. Ну вот здесь можно купить. А, натуре. Кинь бабок на ящик. Кинул. Оставим один на рез кого-нибудь. Да? Да. Что купить? Экипировку? Что купить? Наверное, да. Экипировку, думаю, да. Экипировку взял. Еще могу, дайте немного денег, идите сюда. Я саморез куплю себе. Все, тогда уходим. Послушайте, кто-то рядом ходит, нет? Или ты сами сосуды? Не доехал. Так, давайте дождемся, пока сбросится угроза. Так, у меня Димон, до сих пор снайперки нет, но я думаю, я держусь. Так, больницы закрыты, вот что за бункер с закрытыми больницами? Ну, это же это, он второй мировой бункер, да. А нет, ну, это вот, свежее, наверное. Вот Рейхстаг, ну. Какая-то птица, похоже на немецкий. Так, у меня ППшки до сих пор нет. Я думаю, что именно там будет ППшки в горах. Тачка сверху, король. Да. Два короля тут. Бать, что-то какой-то шаманкин какой-то, да? О, они встретились, чем будет война у них. Они встречаются. Всаживается. О, сгнал, там прилетел сверху. Он дал. Нормально мина сработала? Бля, Сань, если бы не мина, нахуй. Не, ну просто красиво, да? Ну красиво. Я испугался, пизда, блядь. Я же говорю, сверху едет. Так, Димас, у тебя есть что-то еще купить? Типа ящик с броней, если я тебе скину. Я могу его забрать. Я могу его забрать. Надо вместе выйти тогда будет. Подару ноль, брат. Я забрался с экипировкой.
Обратно уходим, нет? Нет, все, погнали, короче. Мне кажется, все-таки лучше возле закупки сидеть. Как скажешь, Ярик. Тут комплект. А датчику ничего нет? Да нет. А, здесь... Да есть, но чисто. Там уже все призраки. Вон те дома не лучше, да, двухэтажные? Ну там прям сразу зона пойдет, и нам нужно будет бежать, а эти будут сидеть, но все равно стрелять. Мне кажется, сложнее. А это что за здание? Не знаешь? Нормально. Король за 280 метров. Там, по-моему, война. Что-то здесь, война где-то внизу здесь близко, у нас. Кстати, король едет, можно принять его, если на тачке. Так спрячься сначала. Не, он, походу, не едет. Все, погнали. Убейте. Так, вот тут в этом доме купили комплект. Вон там чувак, вон чувак бежит. Так, ну сначала, значит, пока здесь посовимся здесь чуть-чуть. Слушайте, тут на карте падают какие-то красные мины. Мне кажется, это уже взрывают Звердаск потихоньку. Да, чувака вижу, вот справа пошел. Димас, ты можешь контакт! На этот. Попробуй. Поздно. Поздно, блять. Мальчик. Хорош, Димас. Он, кстати, тоже был с этим, с оранжевым броником. Я специалист. Или я всегда так вижу теперь броник. Не, это у него мог. Он мог просто пекся взять такой. Давайте попробуем подойти. В дом. Вон там чувак. Вон в тот дом зашел. Синий метка, чувак. Зашел. В дом. Похуй, тогда от него за забором. Вот этот дом проверьте. Датчик чисто. Он еще тип бежит. Пусть бежит, пойдем. Можно его ебнуть, если он хорошо бежит. Блять, ну. Ну вам. Короче, давайте в таких ситуациях кто-то один говорит, стреляем или нет. Потому что я нацелился, убрал, потом говорит, стреляем. Начинаете его пугать своим очередью. Ну, сори. Так, тут 8 этих можно взять. Ну, а, у нас всех есть, наверное. У нас все есть. Так, я бы у него Патрика взял, на самом деле. Патрики не... У нас же ящик есть. Единственное, с горы здесь хорошо видно. А, да, слушай, тут ты прав. Тут хуй выйдешь, блядь. Иду. И те чуваки нас видят, скорее всего. Он там, типа, идет? Горами, но не к нам. Он обходит, левее уходит. Ну хотите сразу наверх уйдем? Я? А, тут бункер, все, гоу бункер. Все, забейте на это. Сейчас этого пацана прикройте меня, золотая патрика. Тут. Там чувак, кстати, чувак, вот только что тут был. Красная отметка. Пункт маршрута отмечен. Вперед. Красная, не понимаю. Оранжевая метка там, чувак. Значит, надо их ебашить. Давай, а там их двое, смотри, снайперы смотрят кто-то. Блять, у меня есть снайперки. Вон, бежал, вон он. У нас, смотри. Сань, иди к Ярику. Он в другом здании. Иди, заходи обратно, Дим, ой, Ярик. Тачку, он уезжает на тачке. Ну все, мы теперь, наверное, к тебе не пройдем уже к бункеру. Ставлю противотанковую. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Димас, скинь ящик. А, подожди, у меня ящик с патронами, я тебе сейчас еще скину. Сидим, да, я тут все скидываю. Где ящик-то? А, там все на что-то взорвался. А, поставить этот? На X вот сюда. Треногу. Маршрут отмечен. Вперед. Да, можно. Ну, пока рано. Хочешь. Вообще, да, нужно будет поставить. А, я очень боюсь за тех чуваков, которых мы первый раз не стреляли. У них зона хуже. Я за них меньше боюсь, чем вот за этих. Открыл дверь, кто? Это я. Как открыть тихонько дверь? Не понимаю. А, все. Мы в безопасной зоне. Остерегайтесь врагов.
Я их никак не могу смотреть с окна. На комплекте война, вон там. Стреляй, сидишь. Хорошо. Вон, ты пошли направо, пацаны. Блин, у меня снайперки. А там не было у чувака снайперки от трупа? Нет. Пулемет отмечен. Отметил снаряды для гранатомета. Смотри, короче, Сань, да, туда. Сверху. Это я закрыл, я закрыл. Снайпер сверху. Право. Если что, мы можем вот здесь потом попробовать перейти. Примерно сюда. С комплектом, вот отсюда. Бля, мы к ним хуй подойдем, если у них это. Мало народу осталось, 11 человек всего. А Видар есть у кого? Да. Так, глядя, вроде чист, никто не подошел. Охуительно, блядь. Нужно как-то будет туда идти. Может, вот так сейчас обойдем будет? Давай попробуем. Ну, если они нас сейчас найдут, то нам сразу пизда. Могу кинуть себя в удар, чтобы они побегали, нет? Может, мы через левый дом пройдем, и чуваки сидят? Оттуда уже смотрят. Ну, все равно делать нас спорят. Да. Ну, и нас... А там война. Да, уже смотрят снайпер оттуда. Блядь, я хуй знаю, как проходить, никак. Пойдем через левый пройдем. Через лево там долго довольно народ. Или пробовать кинуть, вот там прям на этом стоит. Скажи, куда кинуть? 10 секунд есть. Вот снайпер там, вот. Опять, синяя? Короче, погнали. Я против что-то. Иду. Внимание, союзник выпал. Дим, там нет выхода. Ага. Чуваки, меня заходили. Я отхожу. Я живу. Уронил одного. Хорошо. Вот сейчас бой, да, там машинки. Я подхожу. Я добил того, которого ты уронил. Уронил верхнего там. Ребят, рядом с оранжевой меткой уронил типа. Хорошо. Как он настреливается, или это вы? Ставлю противотанковую. Я сверху их обхожу. Тут снайперка Ярик есть еще. Ну, синяя, правда. Там чуваки. Я живу, я живу. Кинул ее флешку им. Глушил. Хорошо, добил одного. Еще там есть. Дальше за углом еще есть чупы. Вон он, вон. Вот там они на пол. Живите там. Вот. Я резко попробую. Живите там, живите. Я хрустнул левого. Еще раз хрустнул. Еще ли одного хрустнул? Еще хрустнул. Идите в указанный пункт. Ярик, броньки есть и скинуть? Есть. Отлично. Ждем. Три команды, 7 человек. Угу. Вот тут еще вот там вот два человека. Я чуть-чуть дам угла. Зад, смотрите, вот тут могут выйти. Ай, смотри, зад, пожалуйста, мы смотрим вперед. Они вот там, где отметили, там они сидят. Я встану. Я не встану. Встану. Они до сих пор не воюют между собой. Справа, чуть слева бегают. Вниз отходим. Одного ранил. Вниз отходим. Браво, отходим. Правильно, да. Саня говорит правильно. Ой, меня снайпит, меня прикрыть, иду. Лево, Саня. Ярик, ты? Да, ладно. Я, наверное, все. Я буду смотреть. Так. Так, у меня еще слева один есть. Слева где? Вот где-то вот тут был. Нет, он за зоной. Или за Димой скажу. Я кашлю. Справа никого нет, справа смотрю. Справа слева никого вот нет. Good job, good job. Вот ты бог постараешь. Это, блядь, красиво. Одна из самых сложных перестрелок вообще, блядь. Очень долго, динамично так. Да. И они, суки, видели, сколько они жили? В два отряда хуй не воевали между собой, блядь. Ты не говоришь?